значит, сидим, поем. А примерно так же было хорошо. Так, значит, мне сказали, не видно. Ну, не помню, где был квартирник. Мне сказали, придет телевидение, значит, будет снимать. Ты уж там это оденься. А будет сюжет, значит, про квартирники, как вот было тогда, значит, в 70-е, 80-е, и так вот, как сейчас. Я решил такую, ну, там, связь времен, там, попроще одеть. Тельник надел, короче. Ну, в общем, сидим, поем, хорошо, свет выключили, свечки включили, замечательная атмосфера. И девушка зашла на концерт, она, в общем, не на концерт, она кому-то что-то передает, то есть она вообще не про музыку. И, значит, заходит и видит такую картину, свет погашен, свечки горят, люди сидят на корчиках, аллилуйя. Она на всякий случай решила остаться. Посмотрите. Наталья, доводилось слышать вот альбом Василия Ка, «Мой Коэн»? Нет, не доводилось. Я к Василию Ка, в общем, хорошо отношусь, только я песни его мало слышал. Ну, не знаю, так сложилось. Я бы с удовольствием послушал. Да, очень хороший был альбом. Только вы знаете, я не люблю качать из сети. А вот если мне кто-то предоставил возможность купить этот диск, например, Василий. Просто мне интересно. Я думала, если вы знаете, то... Не знаю. Так, продолжаем. Что мы еще не пели? Мы не пели, наверное, полно, да, песен? Играй это в конце. Это в конце, разумеется. Слушайте, ну давайте, тут, в общем, эта песня. Вот Лена попросила эту песню на одного солнца, там, да, на одного гения один выстрел. Эта песня называется «Высшая арифметика». Сначала пришло название, а потом я вдруг понял, ну, как бы парадоксальность этого названия, то есть арифметика, она изначально примитивная, там, да, то есть она не может быть высшей. Там, да, ну, то есть, не знаю почему, а все уже вроде бы укоренилось. Да, эта песня сочинилась с совсем другим человеком, тем, что сейчас будет эту песню петь, ну, то есть совсем другим. Ему было тогда, там, сколько, 15 или 16 лет этому человеку. Поэтому эта песня сочинилась тогда, когда вот это же поэма, да, «Москва петушки», как это называется? Поэма, да? В поэме «Москва петушки» вот между серпом и Карачарова он немедленно выпил. И вот за этот промежуток сочинилась эта песня. Эта информация вообще никаким образом с песней не связана. От одного солнца миллион тени, от одного ветра миллион листьев, на миллион детей всего один гений, на одного гения один выстрел. На одном небе быть нельзя первым, на одном вокзале я вчера видел одного бомжа, у него на коже нарисовано чувство, пусть плохое, но чувство все же. Для одной правды миллион жизней, для одной жизни миллион песен, для одной песни килотонный поле, для одной боли человек тесен. Одного солнца миллион тени, одного ветра миллион листьев, миллион детей, один гений, на одного гений один выстрел. Миллион детей, один гений, на одного гений один выстрел. Миллион детей, один гений, на одного гения один выстрел.